Создание современного центра медицинской радиологии, на базе которого будет проводиться диагностика и лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, одно из самых перспективных направлений проекта формирования ядерно-инновационного кластера в Димитровграде. После заседания штаба по строительству центра губернатор области и руководство ФМБА России произвели осмотр площадки под строительство корпусов будущего радиологического центра. Так, здание протонного центра разделено на две очереди строительства. В первой части уже ведутся кровельные работы. До наступления холодов здесь будут проведены внутренние инженерные сети и начаты отделочные работы. Что касается второй части основной, где будет размещено основное тяжелое инженерное оборудование медицинское, сейчас оно находится на своем, скажем так, где-то 40% исполнении. Этот корпус в августе будущего года планируется уже передать бельгийской стороне, производителю оборудования, под монтаж медицинского инженерного оборудования. Важный очень момент, очень интересный момент. Мы получили сейчас первую партию вспомогательного оборудования, потому что здесь будет огромное количество технологий, помимо протонного центра, диагностических, лечебных. И в ноябре месяце из Бельгии приходит основное оборудование, вот тяжелое оборудование, протонный центр. К концу 2013 года протонный центр должен быть сдан. Татьяна Елисеева, Евгений Рафеев. Новости Димитровграда.